Итак, у нас сейчас половина девятого по московскому времени. Должен сказать, петербургскому. Я вчера говорила. Сегодня тоже не актуально. Очень шутка. Вкусный, в кавычках, омлет. Да ладно. Вот вкусный, как не вонючая вода. Лё. А ночью наступает ощущение паранойи от этих белых ночей, как в фильме «Сумерки» с Аль Пачино. И кто голубые? О май гад. Ахтунг. И заснуть очень тяжело, и хочется занавешивать эти занавески, но ты все равно не можешь заснуть, тебе кажется, что уже светает. Кабинету пер сеньоре. Лиговка, 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 ты мой родительский дом. Лиговка, 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 мы еще с тобою вдвоем. Север. Большой кружок на карте. А в 1710 году стали прокладывать Невский проспект. Здесь классно, место, где мы живем, надменно буржуазно. У нас особые бомжи и свои богачи. Ну что, до вас дошло, откуда группа кирпичи? Дуры укротители коней Петра Карловича Клота, веленью мастера покорный, пройдя чистилище огня, взялись на воздух вихрем черным четыре бронзовых коня. Я даже не знаю, что сказать здесь можно добавить к этому всему. Вот, фотографируется. На самом деле, очень-очень мало времени здесь мы находимся. Не то, что не успеем подняться туда, на Исаакиевский, даже не сможем посмотреть работы, ну, как сказать, работу Брюлова. Потому что нету парковок, автобус стоит очень мало времени. У нас всего 15 минут на все про все. Но я думаю, мы еще сюда вернемся. И самое главное, что сейчас у нас уже июнь, а в Питере цветет сирень. Там Англитер, там Есенин закончился. Уже все, да? Так быстро? А мы ведь не посмотрели Синий мост и отметки чего-то там этих... Вот эта отметка. Вот такое было наводнение. Художник Матвеев. Моление о чаше. Ты выдаешься на число? На 4 не подавал. Так вот, интересно. Подождите, сейчас денежки кто-то мне не достал. Это выйдет на 5 минут.